Ну что, дорогие друзья, вопрос опять же о том, пьют или не пьют в Брянском государственном техническом университете. Вот это вот чудо архитектуры нашего университета, так называемый лабораторный корпус. Ну, сегодня, кстати, 31 января, скоро Новый год. К Новому году подготовились. Тут напитки самые разнообразные, видимо, употреблялись. Вот. И здесь, видите, облюбованное место. И вилочки есть, и новогодние апельсинчики, и стаканы стоят от водки мини. И пачки тут, и что тут. Вот. Это, собственно говоря, вот он, наш лабораторный корпус. Здесь вот бутылочки у нас. Вот. Вот здесь постоянные застолья и даже Кока-Кола присутствует. Все про это знают. И полиция, и руководство университета. Вот. И прочие все. Вот это вы видите. Третья общага и новейший корпус. А вот они, последствия, так сказать, преддверия Нового года. Всего вам доброго.